Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам, потому что в день я публикую 2-3 видео минимум, и все эти видео на разную тематику. И в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о 5 скрытых танках, которые в ближайшее время появятся в нашей игре, в тех или иных игровых событиях, ну а что-то будет просто в каких-то коробках, либо рулетках. Ну что, ребят, давайте будем начинать наш список. Возглавляет К2, это тяжелый коллекционный танк 8 уровня, советская броня, советский деструктор, хорошая альфа при довольно-таки долгом КД, и я бы сказал, что в край неприятные УВН и не сильно хорошая подвижность. Короче говоря, типичный советский старик. Для кого-то не будет абсолютно удивительным данный геймплей, ну а кому-то, кто любит советские тяжелые танки, зайдет на все 200. Следующий по списку у нас СМВ Випера. Я бы сказал, что довольно неплохой аналог проходной ПТ-шки дерева сборной Европы, но только здесь, ребят, вас встретит и будет предоставлено вам орудие с системой дозарядки на 2 снаряда. Первый снаряд перезаряжается в районе 8 секунд, второй перезаряжается через 3 секунды и готов к выстрелу, но если вы его использовали, то, соответственно, уходите на крайне долгое КД. Также стоит отметить неплохую подвижность для таких размеров и брони, но и, соответственно, удобством пользования поворотной рубкой, пускай и не на все 360 градусов. Дальше по списку у нас ФВН-4201 Чифтейн. Это коллекционная девятка, ребят, которая очень сильно похожа на Чифтейна 10 уровня, но все-таки во многом ему уступает. Чем схожи данные машины, а именно Чифтейн 9 уровня и Чифтейн 10? Классное, бодрое, точное орудие, хорошее время перезарядки, великолепные УВН, прелестная точность и, я бы сказал, довольно неплохая мобильность, как для тяжелого танка. Против десяток, скорее всего, играться будет сложновато, но по большому счету неплохо, скорее всего, будет показывать себя на своем уровне, а уж тем более сражаясь против танков 8 левела. Что касается следующей тачки, то это просто великолепный немецкий танк Project КПЗ-07П. Это типичный немец, вот точно так же, как КВ-2, типичный совет. Здесь классное орудие, хорошее время перезарядки, тоже неплохая точность, как и у Чифтейна. И стоит отметить, что довольно неплохое танкование. Здесь брони, ну действительно, нормально ребята, разработчики насыпали. И если машина останется в таком же виде, то показывать себя на своем уровне, а также сражаясь с десятками, тачка будет явно довольно неплохо. Ну и завершает нас список маленький малыш А25 Хори Хопкинс 1. Это СТ 5 уровня, тоже коллекционная машина, которая по большому счету предоставит вам фановый веселый геймплей. И благодаря тому, что у него есть довольно-таки прикольный барабан на 3 снаряда, да, пускай альфа в районе 80, но при этом всем эта плевачка стреляет как пулемет. Ну и что самое классное, что скорее всего данная тачка будет предоставлена к получению не просто в продаже, а в мини-ивентике, который скорее всего пройти сможет буквально каждый танкист, главное не быть лентяем. Вот такие вот машинки спрятаны у нас сейчас в игре, и если вы хотите увидеть абсолютно честные обзоры на данные танки, то как только данные машины появятся официально в игре, буквально через минуту-две у меня на канале выйдет соответствующий честный обзор на данную машину с заценом брони, ТТХ, ну и соответственно с катками в реальных рандомных боях. Никаких нарезок, исключительно чистая правда. Если хотите все это не пропустить, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите лайкос данному видео и обязательно прожимайте на колокольчик для того, чтобы получать соответствующие уведомления. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. Вам, друзья мои, мира, ну и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.